Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Days After. Так, что у нас тут? Давай-ка посмотрим. Загрузочка, добавить ящик, наверное, крутить. Давай крутанем, посмотрим, что нам тут выпадет. 4 доски, серьезно? Просто 4 досочки. Ладно, пускай будут. Так, здесь у нас ничегошеньки нету. Я даже не получил пистолет, ребята. Я хотел улучшить. Хотя, подожди, может быть, все-таки получил. Так, почта. Вот оно что. Так, ребятушки. Взять красные кристаллы. Забираем. Мне это, наверное, куда-то надо положить. Все, не знаю, куда, ребят. Так, горелочка. Горелка. Так, воздушный фильтр. Блин, у меня, наверное, ребята, инвентарь уже заполненный. Так, для заданий. Для заданий это у нас получается. Так. Горелку пока выложим. Блин, у меня, конечно, тут в инвентаре места маловато будет. Очень мало места. Так-с. Пока это закрываем. Горячая погоня. Выполняя ежедневные задания. Это все понятно. Так, точки сброса — это соревнования. Лучшие награды. Ну, нифига тут у нас. Вот этот пистолетик бы, конечно, хорошо бы получить. Даже это УЗИ, наверное, скорее всего. Ладно, сейчас пока не до этого. Изоленту. Я изоленту, ребят, забрал. На почту. Так, значит, сосновый брус. Части двигателя. Части двигателя. Так, техническое масло. Канистра с топливом. Подшипник. Блин, я сюда смогу все это поместить? Наверное, нет. Так, секундочку. Вот эти вот части, если не ошибаюсь, нам нужны будут для... для опускания моста. Хотя здесь тоже они есть, ребят. Так, горелка нужна будет. Горелка и... горелка, подшипник. Сейчас все это сделаем. Наверное, некоторые поставим с тобой в сумку здесь. Детали, которые нам пока не понадобятся. Значит, горелка. Что еще разок? Нам понадобится горелка и воздушный фильтр. Плюс масло. Ну, давай. Так. Масло. Хотя масло у меня было. Горелку возьмем. И воздушный фильтр. Воздушный фильтр, наверное, у нас еще остался на почте. Да, заберем. И подшипник. Плюс сосновый брус. Так, ну что, сейчас, наверное, ребята, мы сделаем тачку. Надеюсь на это. Так, 5 воздушных фильтров и подшипник. Так, брус. Брус пока не могу. А, нам нужна канистра. Не масло, а, ребят, канистры. Так, сейчас выложим. Выложим некоторые. Блин, тут уже места нету в инвентаре. Давай сделаем так. И, наверное, вот здесь вот тоже детали. Воздушный фильтр выложим. Так, ну масло и так у нас дофигища. Значит, нам нужен брус. Вот этот вот брус сосновый. И вот она канистра. Все, ребят. Ну что? Канистру сюда. И сосновый брус. Вот сюда. Автомобиль улучшен. Блин, ты смотри, уже прибыл. Привет, у меня есть товар, взглянешь? Давай посмотрим, что у тебя там. Так, у него есть разные вещи. Перчатка только за монеты. Это тоже за монеты, это за рекламу. Но рекламу, ребят, не могу посмотреть, потому что она не показывается у меня. То есть получается бесполезно.
Так, автомобиль, снаряжение. Подожди-ка. Так, доступно ячеек для багажника. Расход топлива. Ага, расход топлива. Значит, сделаем так. Блин, а вот у меня ремни есть эти? Воздушный фильтр опять забрать. Блин, я не помню, ребят. Ну, если что, пособираем. Ну, а что делать? Так, подшипник сюда. Это сюда. Воздушный фильтр. Получается, так, это коленвал нам не нужен. Кожаный ремень. Так, ну что, опять горелка и подшипник еще надо будет. Значит, так. Ну, здесь нет, нету. Горелка. Так, давай вот это, наверное, выложим. Горелочка нужна будет и подшипник, да? Получается. Опять вот это вот. Вот действительно, ребята, у меня бардак тут. Капитальный. Не знаешь, куда что положить. Курдюк. Курдюк мне, наверное, пока не нужен. Горелка, наверное, тоже не понадобится. Давай тогда выложим все это сюда. Вот таким вот образом. Так, подшипник забираем. Слушай, а ты не помнишь, чтобы поднять мост, нам что понадобится, чтобы нам попасть в ту локацию? Вот я не помню, если честно. Так, подшипник выкладываем. Блин, я горелку выложил, горелка нужна, оказывается. И ремни. А ремни вот эти вот кожаные, по-моему, у меня где-то были, если не ошибаюсь. Но маловато пока еще. Пока еще маловато. Так, ну что, горелку тогда забираем. Да она не здесь. Она вот тут у нас. Ну-ка, давай глянем. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Блин, всего лишь 7. И горелка. Блин, нужно еще, ребята, еще 13. Блин, этих ремней. Так, мы можем сделать на верстаке. Я что-то сомневаюсь, что я их на верстаке сейчас смогу заклепать. Так, тут у нас доски готовы, здесь камни. Ну, давай заберем камни тогда уже. Взять. И доски взять тоже. Так, это все выкладываем сюда. Досочки пускай здесь лежат, а камни у нас находятся вот тут. Ну, пока вот так. Слушай, по-моему, подшипник нам нужен будет. И что-то еще. В общем, надо туда ехать в любом случае и смотреть. Я так предполагаю. Единственное, почему я не знаю, ребята, снаряга, вот это вот. Снаряжение. Почему мы не можем... Топлива осталось 0. Топлива осталось 0. Такого быть не может. Угу. Все, заправили тачку. И теперь... А как, интересно, на машине гонять? Просто выходишь, и тачка уже будет у тебя? Ну-ка, сейчас проверим. Сейчас посмотрим. Так, 22 дня без смертей. Так, ну что? Блокпост, да это понятно. Мне надо сюда, ребята, ехать. Ну, так, конечно, ребята. Так, вообще, моментально мы.
вход. И сейчас я хочу, чтобы нам открыть новую территорию. Я помню, что там нужен был, по-моему, коленвал и подшипник, если не ошибаюсь. Они просили. Сейчас уточним. Так, мужик, ну-ка, что там тебе надо было? Ага, нам нужны будут веревки, доски, стальной трос. Из этого я пока могу забрать вот так. Доски там, по-моему, надо было, да? Канистру, блин, доску нужно будет одну. Короче, 12 веревок и подшипник. В общем, подшипник, стальной трос. Погоди, погоди, погоди. Это не то, ребят, это мы на оружие меняем. Это, блин, попутал я немножко. А где чувак, который открывает ворота-то? Ну-ка, может быть, здесь он? Не понял я юмора. Надо проверить оружие. Так. Нам не о чем говорить, гражданский. Если тебе что-то нужно, иди к Пейну. Так Пейн, он... не то, что надо, делает. У вас что, кроме Пейна никого больше нету здесь? Получается так. И ты получишь ценную награду. Ну вот награда, ребята, ну пукалка вот эта вот, коктейль Молотова и пластик. Давай далее. Огромный ворот, который ты видишь, сломанный. Да, вот это я вижу. Мы послали запрос на починку ворот месяц назад, но похоже, команда не решила бросить нас. Ни одного сообщения за все это время. Думаешь, сможешь помочь? Ха, ну что ж, я буду не против. Попробуй раздобыть нужные детали. И я даже выдам тебе награду за это. А теперь не маячь. Все-таки, ребята, это награда за то, что мы починим мост. Короче, 12 веревок и один подшипник, и деревяха нужна будет. Все, пошел я. С веревками, конечно, запара будет. 12 веревок, один подшипник. Так, и одна доска еще нужна будет. Сейчас мы... Так, самолет у нас, ребят, появился. Надо будет туда опять. Туда нужно будет опять навеститься. Так, ехать. Топливо потихоньку тратится. Давай, входим. Я вот не помню, вот стальной трос у нас есть или нету? Две штуки. У нас, по-моему, обычный трос есть. Сейчас вначале возьмем веревку. Веревка, по-моему, в шкурах у нас должна находиться. Но у нас всего три веревки, твою налево. Так, доски. Бегаю, конечно, тут с хламом каким-то. Где-то стальной трос у меня должен быть. А, вот у нас еще веревка. Веревка есть, ребят. Вот он, стальной трос. Отлично. И, значит, дело за малым. Нужен подшипник еще. Так, я же выкладывал его, по-моему, да? Или он нам не нужен? Подожди, у меня... А, у нас есть, если что. Все, друзья мои, я сейчас, по идее, починю ворота, и нам откроется новая локация. Фух. Бежать и ехать, конечно. Конечно же, ехать. Вход. Он нам сейчас даст эту пуколку. Мы с тобой с пуколкой с этой пойдем на новую локу. Ну. А что сделаешь? Давай, парень. Попробуем починить с тобой ворота. Я готов. Так, веревки, оп. Деревяшка, хоп. Стальной трос, оп. Возьми. Ну, все взято. Ну что, мужик, скажешь?
Хорошо, хорошо, похоже, ты что-то умеешь. Но не радуйся раньше времени, видишь эти стены позади? За ними толпы зомби. Сюда из города бредут огромные массы зараженных. Какую толпу, такую толпу не получится расстрелять, но их можно взорвать. Для этого нам нужны красные кристаллы. Принеси мне красных кристаллов, и я открою тебе ворота на пару дней. Но на больше не рассчитывая. Ты сам видишь, обстановка тяжелая. Кристаллы. Так, ворота открыты на 4 дня. Поговорите с лейтенантом. Ну давай. Вот они, друзья мои. Ворота открывают. Воу, воу, воу. Фига там. Охренеть. Я даже боюсь представить, что там будет твориться. За кордоном. Так, запрос выполнен. Два человека. Все, запрос сделал. Так, ну что? Пойдем глянем, что у нас тут будет. Блин, я с тесаком. Что тут такое? Что мне показывают? Угу. Так, а вот что такое у нас? Военный лагерь Дельта. Пойдем. Пойдем навестим. Это новая для нас локация, ребята. Здесь мы еще ни разу не были. Вход. Зараженные зомби. Постарайся уничтожить зараженных и фонящих зомби с помощью дальнобойного оружия. Подожди, там кто? Кого они там бьют-то? А чё у вас так жизни-то дофига, ребята? Срочно лечимся, ёк-макарёк. Так, попьем, наверное, водички маленько. Я тут не погорячился ли я? Капрал зомби. Что у вас там хотя бы лежит-то? Так, тряпки. Пробирки. Так, эмблемы плюс крышки. Зомби рядовой. То есть тут чисто военные зомби, что ли? Так и есть. Я-то думал, что это дом. Подожди секундочку. В плане, блин, тут даже турели против меня. С какого перепуга-то? Фонящий Марв. Да сдохни ты, ублюдок. Нью. Так, военный лагерь Дельта. Поговори с майор Джексоном на локации. Где он? Мне показывают идти туда. Как я туда пойду, если там турели стоят? Из этой пукалки я задолбаюсь по ним шмалять, если честно. Согласись. Да. Ну это же не серьезно, ребят. Да, рановато мне, наверное, еще сюда. Во-первых, ты посмотри, как они бегут. Уходим нафиг. Уходим, 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 уходим отсюда. Да хорош ты меня вот этим вот стравливать. Нужны аптечки. Нужно много аптечек, ребята. Нужно много аптечек и нужно много оружия. И не какое-то там фуфлыжное оружие, ребята. Оружие нужно будет, ну, офигеть, какое нужно оружие.
Да. Я немножко перехренел, если честно. Что-то уж больно там офигенное преимущество перед нами. Просто офигенное. На 4 дня всего лишь ворота еще открыты. Я могу, конечно, киморнуть разочек. Так, поиск. Ну, согласимся, подтвердить. Это, я думаю, найду на обменку. Так, где кровать? Ложись, киморни чуть-чуть. Ты прекрасно себя чувствуешь. Ну да, чувствуешь себя прям вообще шикардос. Так, здесь. Понятно, это баллон с красками. Так, лампочки. Коленвал. Так, это доски не такие. Это уже посовременнее досочки. Так, металлолом нужен будет. И кирпичи, плюс гвозди. Так, мужик, давай ко мне что-нибудь. Понятно, у тебя ничего нету. А это уже тут костерочек наяривает. Урон спутников увеличен на 10%. Так, я не понял, как брать, ребята, спутника-то с собой. Как? Может быть, мне было бы немножко попроще со спутником? Так, я смогу покупать дополнительные предметы. Нам не хватает всего лишь металла этого... металлолома. Мне нужен ящик какой-нибудь левый. Куда я могу скинуть? Вот, хотя бы сюда давай скинем. И вот эти всякие излишки. Так, пластик, топор, бита. В другое место немножко положим. Ткань сюда выложим. Так, на медведя. Ну, на медведя, наверное, тоже пока нет смысла идти. Я его не смогу завалить. Так, чувак прибыл, да? Уже с обменом. Давай, что там надо тебе было? Привет, мы с тобой договаривались, это я помню. Доски, веревка. Клапаны эти. Сейчас тебе принесу. Так, доски. Доски, веревки, да? И клапаны. Так, я, по-моему, сюда вот это все выкладывал. И клапаны. Пойдем посмотрим, сколько. Сколько ему там по количеству-то надо было. Угу. Всего по 10. Ну, клапанов только 3. Так, не хватает веревок, буквально 2 штуки. Сейчас принесу, мужик. Не боись. 27 уровень скоро получим. Так, веревки, веревки, веревки. Там 3 веревки не хватало. Так, бердюк выложим пока, наверное, здесь. Пистолет. Доски лишние у нас. Погнали. Ну что, мужик, опыта, интересно, много ты мне дашь? Ура, ты получил награду. Понятное дело, что я получил награду. И селитру. Все, он убежал. Ну да, нормально, ребят, нам дали опыта. Относительно нормально. Значит так, селитру выкладываем. Книжку, книжку, книжку. Ну, пускай, пускай здесь будет. Так, молоток у меня есть? Нью. Так, военный лагерь. Я, наверное, туда пока не пойду. Я, знаешь, куда пойду сейчас? Я пойду лутать самолет. Да, ребята, я пойду лутать самолет просто-напросто. Вот сюда. Поехали.
Блин, ну военная база, конечно, меня что-то... Что-то прям меня напрягла. Такие мощные зомби. Мало того, что они очень скоростные, так они еще живучие. Что происходит, я не могу понять. Такое впечатление, что у меня игра на суперскорости стоит. Сломано, блин. Так, расхерачил табло ему. Вот здесь как раз мы с тобой металлолом-то и полутаем. Минус мозги. Так, туда я выходить пока не собираюсь. Слушай, ну этот пистолет нормальный. А это не даст пистолет, скажем так. Самодельная винтовка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тугодум, блин. Кто кого передамажит, что ли, я не понял. Хотел уже массовую атаку свою сделать. Не тут-то было. Шмонька. Слушай, у него даже тесак был, прикинь. Так, это мы потом залутаем. Сначала сборы. Так, нашивки-то все пригодится нам. Дай-ка вот это вот заценить. А раньше я не помню, ребят, чтобы когда самолет был, или я путаюсь с другой игрой. Арбалет. Давай все возьмем. Что я тут буду? Так, веревочка есть. Кто там бегает? Кабан. Со здоровьем беда. Ну-ка посмотрим. Ну, вяленое мясо плюс ткань. Это, наверное, я съем все-таки пока. Все. Одной достаточно, чтобы у нас восполнился запасик. Ну, а что, теперь предлагаю авто сделать. Воу-воу-воу-воу! Оу-оу-оу! Не могу понять, почему с такой скоростью-то они тут на меня нападают-то? Меня мучает жажда. Так, подожди, у тебя питье есть. Так, еще один хмырь там он. Теперь два авто. Собирай все, что здесь есть. Нам нужно получить 27 уровень. Желательно побыстрее. Так, стоп, 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 мужик, мужик, подожди. А чё контейнер этот вот этот не стал открывать? Открой, пожалуйста, может там что интересное есть. Ну вот, есть консервы. Так, ну теперь давай, бегай. Собирай камни. Это все нам пригодится. А вот и металлолом, как раз он нам понадобится. Глина. Ну, ягоды, в принципе, не обязательно собирать, но ладно. Как говорится, по факту, да? Блин, может, я где-то ускорение поставил, сам того не зная.
Правильно, металлолом надо. Воу! Нормально. Что-то где-то пропустил, да? Ага, веревку. Ура! Задание боевого пропуска выполнено. Так, больше ничего собирать, он говорит. Тогда я буду сам собирать мясо, жир. Так, это мы с тобой залутали. Вот этот ящик мы еще не смотрели. Глянем, что у нас тут лежит. Так, ботинки. Ботинки, причем я экипирую сразу же. Так, лоскут ткани берем. А здесь что у нас? Все берем. Так, а сока нам нужна, не нужна? Так, мы перекусим, наверное, тогда получается. Ягоды, наверное, все съем. Больше пока и хавать, если честно, нечего. Так, подожди, подожди, ты не взял же ни шиша, или взял? Взял. Клей. Так, ну этих мяса, как обычно, да? По идее, мясо бы тоже нам пригодилось бы. Так, и вот здесь еще проверим. В принципе, отсюда можно будет сваливать. Тряпки, клей. Все. Сюда есть только прийти и долутать просто-напросто трупы вот эти вот. Опять же, это не обязательно. Я не могу понять, почему все-таки у нас вот это вот недоступно. Багажник, наверное, нужно еще делать. Все-таки, ребят. Но он, опять же, ты видел, сколько он ячеек всего имеет? 4. Ну что ты сделаешь? Ну 4. За 4 ячейки, блин. Особо сильно ты не разгуляешься. Погнали до дому. Поехали. Так, мне нужен был для чего-то металлолом. Я пошел специально его собирать. По-моему, здание, да, сзади у нас. Вот здесь. По-моему, здесь нам нужен он. Блин, всего 5. Глина. Ну, я запрос сделал, мне глину, ребята, уже отправили. Так, свидание подарить. Спасибо за награду. Так, что? А, это ее, все, это ее, ребята, там. Тут горячая погоня.
Деревянный ящик. Деревянный ящик. Так, это все у нас есть. Коврик. Металлический кастет. Плавильня. Плавильня у меня, по-моему, стоит. А, мы на 27 уровне ничего не получим. У нас будет на 28 кинжал. Вот оружейный стол появится у нас. Но это будет 28 уровень. Кастет. 42, 43, 46. Какой тут 60-й, 82-й. Ё-моё. 105-й уровень. Ты представляешь, сколько тут надо прокачиваться? 100 каменщика это у нас стоит. Да, остальное все есть. Так, веревки, кожа. Все это выкладываем тогда, получается. Тряпки. Сюда их. Лоскуты эти сюда. Осока, веревки. Осока и веревки здесь будут, да? Получается. Доски мы перенесем вот сюда на место. Так в плане, где она, доска-то? Я же ее взял. Трындец какой-то. Взял, да не взял, получается. Здесь выкладываем все эти нашивки. Пускай, ладно, будут еще пробки здесь, заодно выложим. Так, вот, кстати, еще металлолом. Заберу я его. Туда же сейчас его воткну. А где он у нас был? Так, нашивку тогда положим сюда, наверное. Книги чтива. Но это все изучено, ребят. Кто-то мне говорил, почему ты не изучаешь. Вот, ребят, все изучено, так что. Вот карта сокровищ, да. Используйте карту мира. Но карту мира. Покажите мне, где эти сокровища у нас лежат. Речная деревня. Ну вот ты видишь, вот чтобы какой-то секрет был. Я не вижу, ребят. Слушай, лучшая добыча. Автоматы. Химзащита. Ну, что-то мне подсказывает, что здесь трэш будет. Завалят меня сейчас тут нафиг. Ну, пьем чашечку чая. 32%. И что зависло? Пьем чашечку чая или кружечку чая. Так, ну что, прогрузилось, да, все-таки? Блин, ну это зомби. Насколько мощные эти зомби? Ты видишь, насколько мощные, ребята, эти зомби. Я не пойму, почему у меня с ускорением-то с таким игра идет. Почему такая скорость бешеная? Что случилось-то? Зомби-капрал. Мама, не горюй. Не, друзья, я не знаю, что это, что, для кого эти локации сделаны.
У меня оружие просто в хлам. Просто в хлам. Что я там делать должен? Ничего не помогает. Так, подожди, что тут задание у нас? Веревка забрать. Так, зараженная кровь, 5 штук. Шипованная бита, самопал. Зараженная кровь. А что я должен с зараженной кровью? Найти или что с ней делать? Ну беги. Долго, конечно, бежать придется. Как это просто убер, блин, там. Охренеть. Я не знаю, как с этими зомби. С этими зомби там драться. Насколько там нужно быть прокачанным? Похоже, у меня гости. Да у нас все время эти гости. Да и машину заправлю. Если у нас, конечно... Так, а тут-то у нас что? Пригород встретил меня полуразрушенными бетонными коробками. Одной из такой оказалась парковка. Угрюмое грозное здание. Здесь прямо смердит опасностью, а значит, есть шанс найти хорошие вещи. Выжившие обычно держатся от таких мест подальше. Получили, да? Не, ну серьезно, для кого там эти уровни-то сделаны? Взять все от этой Бетти. Дай мне восстановить здоровье. Не очень-то, конечно, хорошо нам тут восстанавливается. Но зараженность идет. Заражение. Ты можешь употребить, но у тебя будет заражение. Да и заправлю машину. Тачка заправленная. Так, питье, жратва у нас в норме. Так, курдюк с водой у нас набирается, по-моему, здесь, насколько я помню. Да? Да, ребят. Пускай изготавливает. Здесь можно делать курдюки. Но они мне сейчас не нужны. Так, дерево, осока, жир. Жир. Ушки, простушки. Это тоже нам не надо. Глина. Сюда. Камни пускай здесь лежат. Канистра здесь. Курдюк возьму. Для еды. У меня... Возьму тогда вяленого мяса, наверное. Вяленое мясо восстанавливает здоровье мне? Там мизер. Штаны скоро пойдут лесом. От огнестрела, по-моему, нифига у нас не осталось.
пистолеты оба. Жалко, что здесь нельзя их, как в Delivery.com, этот Delivery The Pain. Нельзя чинить оружие. Че, у меня две пушки, они сейчас просто хрустнут, и все, и я останусь без оружия. Так, металлолом сюда, по-моему, надо воткнуть. На грядках. Семечек у меня нет тыквенных. А тут что у нас делается? Ага. Мясо плюс угольки. Ну что, я тогда, наверное, думаю, надо будет забрать там мясо в той, где самолет, да? Мы эту локацию полностью с тобой не залутали. Точнее, мы забрали сундуки и все, но... Но мясо не забрали. Поэтому сейчас заберем. Вот в супермаркете я не помню, что у нас. Но явно мне туда идти надо с оружием. В супермаркет в этот. Там же, по-моему, этот стебелек или как его. Великан-то этот. Голова цветочная. Голова садовая. А что, трупов нету, да? Все? Трупы исчезли. То есть, если ты их не залутал, то извиняй, парень, да? Так и получается. Один этот только олень там остался у нас. Пришибленный бегает. Ну, при желании можно его, конечно, шлепнуть. Хотя бы просто, чтобы мясо получить. Мясо, шкуры. На. Так что замедленное. Постылся. Так, мясо, жир. Ну, рейдеры, конечно, молодцы, да? Самолет стоило только упасть ему, все, они сразу тут оккупировали территорию. Это ихнее тепленькое место. Да балалайку вам. Пошел я, короче, в универмаг. Тут у нас зомби. Вход. И тут, по-моему, очень много зомби. Ну и, конечно, не такие мощные, как там были. Тут они будут послабее, это я точно помню. По-моему, тут есть, ребята, с чем сравнивать. Ну, ты сам посмотри. Да? Как я их с ними тут разбираюсь, и как там с ними. Там просто трэш какой-то. В плане, как вы меня увидели-то, эй? Очень долго ты перезаряжаешься, парень. Очень долго. И у нас радиация. У нас радиация дофига. Джордж. Старый ты опарыш. Ну, меч-то ты, топор-то возьми, ну! Друзья, я не знаю, что с игрой случилось. Даже этого хмыря не смогли разбомбить, да ну нафиг! Короче, ребят, не знаю, что произошло с игрой. Во-первых, офигенная скорость, во-вторых, это... Так не должно быть. Все, что у нас происходит, так не должно быть. Не должно быть такой офигенной скорости штанов, блин.
Где штаны? Штаны есть. Где-то еще зеленую проволоку. Где ты ее возьмешь, эту зеленую проволоку? И хилку. Как мы делаем хилку? Я вот не помню. Она у нас... делали то ли бинты где-то перевязочные. Что-то такое должно было быть, я же помню. Так, это совсем не то. Тут только доски. Тебе нужно улучшить снаряжение до 3 уровня. С гвоздями тоже, ребят, проблема. Я дом, кстати, у меня до сих пор еще недостроенный. Я только сейчас смотрю, у меня стены недоделаны. Здесь уголек. 4 бревна бросишь, уголек. Уголек нам тоже нужен для чего-то там. Для копчения, по-моему. Так, ну давай. Пускай готовит. Бурдюк. Трава с гвоздями. Опять же, ребята, с гвоздями беда. Где их взять? Здесь у меня их нету. Что ты сделал? Но ведь делал же я бинты, тряпки из них я делал бинты. Почему сейчас-то я не могу сделать этого? В чем проблема-то? Где этот станок? Что-то все поменялось. Скорость офигенная у игры стала. Именно в плане драк. Ты идешь просто на тебя со скоростью света. С каким-то хмырем дрался, я его не смог завалить. Это нормально? С Марвом с этим дрался. Ну вот. Он же, да? Горящий Джордж. Что-то типа босса или что он? Ну ладно, завалили мы этого горящего Марва. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Кстати, мясо нашли, да, кусок? Восстанавливает чуть-чуть здоровье нам. Так, вначале, наверное, лучше сделать зачистку. Потом уже можно будет залутать все. Арбалет будем ставить? Будем. Так, я вижу там. Ну, это обычный зомби, сопляк. А вот это я уже помню, ребята. Когда он в универмаг заходит. Чё? Да какого хрена, блин? Арбалет еще кончается.
Арбалет сломано, написано. Я вижу, что он сломан. Не, разрабы, вы уже как-нибудь, ну, определяйтесь. Ну, что-то вы как-то... Последний раз я в игре играл, не было такой офигенной скорости, жести. Так, ладно, залутались. Ну, идет, идет, идет. На, по башке. Мозги там вылетели. Авто. Пускай залутается чуть-чуть сам. Ну, бомбануть-то ты сможешь этого зомби? Правильно, так ему по башке. Нефиг тут елозить, как говорится. Давай залутаемся здесь. Посмотрим, что тут. Ткань. Ягод выпьем чуть-чуть. Я не помню, я эту локацию, по-моему, полностью не проходил. О, шикарно. Так, ткань. Ну, это ломать. Блин, я же молоток выложил, да, получается? Ухи. Ухи мои, ухи. Свалка. По-моему, на свалке этот босс еще, блин. Так, штанишки плюс жир. Необходимо 3 доски и 3 камня, да? Понял я. Бежит, уже увидел, уже унюхал, блин. Уже шпарит ко мне. Он Марф бежит. И сейчас, по-моему, здесь будет цветочник, если не ошибаюсь. Он должен ходить здесь. Это он? Блин, там еще и радиация что-то похрустывает. Погоди-ка, я не понял. А как мне туда пройти-то надо? Блин. У меня тесак сейчас просто тоже сломается, я останусь без оружия. Сюда вроде надо идти. Через туалет, что ли? Ну да. Да ты паразит, ты вонючий, ну. Да, мы этого Марва с тобой замучим сейчас бомбить. Утырок несчастный, а?
Офигенно он мне жизнь оставил. Радиация уже 59. Броня полностью, ребят, сейчас рухнет на мне. Головного убора уже нету, да. Точнее, наручей. И сейчас остальная вся броня слетит с меня. Еще что ли один, жирный? Да ну нафиг. Пошли отсюда, ребят. Ну, давай, допустим, у меня нету огнестрельного оружия. Я что должен буду здесь делать? М? Что я должен тут сделать? Без оружия, без брони? Ее же так просто не найдешь, ребята. Не найдешь его так просто. И крафтить оно тоже, ребята, стоит офигеть ресурсов. Сколько? То есть не все так просто. Совсем не просто. Так, фляга с водой произведена. Бита. Вот он у нас есть еще тут. Миниганчик небольшой. Есть куртка. В инвентаре нет места. Так, три камня, три палки, да? Делается у нас. Да выложит вот это вот, пожалуйста. Так, тюбики сюда. Изолента сюда. Микросхемы. Микросхемы плюс камни. Так, камни плюс бревна, доски. Это у нас получится... Мы сделаем молоток. Каменная кувалда, делаем ее. Такой довольный, каменную кувалду сделал. Такой довольный, блин. А вот у меня гвозди, оказывается, где лежали. Причем довольно много гвоздей. Так, чертежи выложим пока. Гвозди мне нужны будут... Сюда, да, по-моему? А где кирпич? Искать. Нет, это где используется-то я понял. А где можно найти? Плавильня третьего уровня. Так, авария на мосту. Сложность 2.0. Шахта. Свалка. Могильный лес. А авария на мосту 2.0. Это шанс вероятности найти 2.0 или что?
доски, гвозди, трава, веревки. Тебе нужно снаряжение, тебе нужно улучшить снаряжение до 6 уровня. Так, опять же доски, опять же вот эта ткань. Глина. Так, вот сюда глину. И доски еще нужны будут. Доски. Нет, 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 развернись. Да ты развернись ты, твою, блин. Два бревна. Еще и бревна надо будет валить идти. Такс. 20 досок. Тряпки вот эти нужны. Нужны вот эти вот тряпки. А когда я эти тряпки смогу делать? Никогда. Камни, шкуры. Так, вот это вот я, наверное, смогу улучшить. Камни, шкуры, глина. Так, камни. Глина. Камни, глина, шкуры, да? Черт, нифига не запоминаешь. Камни. Так, глина. Кожа и вот эти вот. Как их назвать-то, я даже не знаю. Клапана. Кожа и клапана. Для еды. А вот, по-моему, припарка, ребята, она снимает радиацию нам, да. Все, без радиации мы остались. Почистились, так скажем. Кстати, наручи надо взять. Экипировать обязательно. Микросхему сюда. Для шерифа. Так, что нам надо здесь? Блин, ткань это, ткань это. Кожа. Блин, я тебе забыл. Клапана найти. Все хаотично разбросано. Я еще в тот раз хотел же, блин, говорил же, что за кадром сделаю все в порядок, приведу. Привел, блин. Ну да, вот она, припарка делается из ягод и курдюка. Делается припарка.
ну что, берем какое-то оружие и идем просто в лес. Просто идем в лес, в самый первый, в самый начальный, и там уже начинаем разборки, короче, наводить. Слишком нужно всяких много ресурсов. Так, я-то... Мне топора нету, да? Топор делается из бревен и камня. Ей, бревен-то нету здесь. А что в печке? Печка тоже же. А вон, ребят, кирпич у нас. Глина. Так, селитра. Уголек. Селитра у нас где-то здесь. Уголек. Этот же уголь, да, нужен? Так, медная проволока. Селитра. Так, медеха. Селитра. Блин, не тот уголь взял. Глина. Так, медеха. А глины нету. Глины не осталось, по ходу дела. Так, ты куда я хотел? На печку уже? В общем, дерево надо. До хрена дерево. До хренища. Ушки, пробки. Веревки. Так, курдюк этот заберу. Я его заполню водой. Так, трава пускай здесь пока будет. Взять 3 угля. Да, нам надо будет сейчас кучу дерева, ребят. Просто дофигища дерева. Для этого мне придется бежать в самую первую локацию. Просто заниматься фармом. Тупо, ребята, заниматься фармом. Вот обычный лес. Бежать. Надо будет что-то перекусить, чтобы хотя бы немножко восполнить себе здоровье. То не ровен час меня тут. Питье, питье пока он не хочет пить. Не убежал, гаденыш. Вон они. Самые обычные зомбики. Кабан тут еще лезет. Увидел, что ли?
Я ведь взял с собой, да? Взял. Вот так вот сделаем, на всякий случай, мало ли там чего. Сейчас я тебя вольну, гаденыш, Остин. Остин Пауэрс. Так, доски я вижу. Доски я вижу, а камня нету, поэтому я... Не смогу себе сейчас сделать топорик. Ну, здесь, друзья мои, я пришел для чего? Именно из-за ресурсов. Тут и тыква у нас есть. Сейчас я поуничтожаю этих гаденышей всех тут. На этой... О, вот камень. Так. Тут я уже испугался, думаю, что там задышало так. Это он так крафтит, блин. Вот здесь мы с тобой сейчас и досок... Блин, нафига я присел? Хотел втихаря, блин. А он учуял. Вообще, локация и вот в плане ресурсов просто, ребят, золотая жила. Ой, пускай собирает. У нас и место в инвентаре есть. Так что... Ой. Кстати, 27 уровень. Наверное, докачаемся, ребят, сегодня до 27 уровня. И будем, наверное, закругляться. Надо будет обратиться к разработчикам и спросить, почему такая скорость в игре появилась. Неужели на тех локациях так это должно быть? Здесь-то вроде бы нормально. Ну, опять же, не везде, ребят. В некоторых моментах они люто бегают. По два экспы. Тихо, стоп, подожди, там кто-то есть. Там кто-то есть. Кабан. Ой-ой-ой. Там кабан и два зомби. Так, присядь. Джорджи готов. Остин готов. Так, и у нас тут еще сундук, сумка. Ну, вроде бы все. Дальше пускай он уже собирает, бомбит. Все, что хочет, делает. Залутывается по полной программе. Зато эта локация будет абсолютно вся... Ой-ой-ой-ой! Увидел, да? Вот, посмотри! Ну разве так должно? Ты видел, как он бежал? Как оголделый. Так, надо попить еще. Так, веревочка, веревочка. Что у нас тут? Это, наверное, можно прямо здесь схомячить. Вроде все, да? Пускай дальше бегает, собирает, лутается.
Рюкзак полон. Рюкзак полон. Не могу не согласиться. Ладно, выложим и вернемся сюда опять. Бежим. Мне кажется, надо еще сделать пару ящиков деревянных для именно для хлама. Просто складирую туда все. Весь хлам, который только есть где-нибудь тут вот на самом начале. Похоже, у меня гости. Так у тебя все время гости. Каждый день, как не зайдешь, у тебя, блин, постоянно там какие-то гости. Что бы ты ни делал, у тебя гости постоянно. Так, это мы заказали. Кстати, что тут надо, чтобы улучшить? Опять эти ткани. Здесь слитки, веревки. Опять же, гвозди. Я вот не помню, где столько гвоздей-то набрал в свое время. Ну, где-то я их набирал. Петли. Это бревно надо забрать отсюда. Ну, ни к силу, ни городу тут лежит. И деревянный верстак. Если, например, его улучшить. Блин. Везде эта ткань нужна. И кирпич, и эти камни. Слитки. Эти слитки я где-то видел, но их не так уж много у меня. Так, тыквы пускай здесь лежат. Семечки надо будет, кстати, тыквенные посадить. Мясо, по-моему, надо пожарить. Бурдюк надо наполнить водой. Так, доски. Досок нет. Гвоздей нет. Вот они, досочки, еще где спрятались у меня. И где-то я видел слитки. Написано древесина. Ты видишь где-нибудь здесь древесину? Я лично не вижу, ребят, никакой древесины тут. Тут все что угодно, но только не древесина. Наждачки. Чтиво. Так, бурдюк с водой. Камни. Камни надо объединить. Ни в каком том валяться. Это здесь тоже не должно быть. Это выкладываем. Да что я делаю-то? Так, да? Левак. Кстати, в леваке вот эти вот ушки надо забрать. Нечего им здесь делать. Пускай тут лежат. Тут чисто шмотки. Ну как шмотки-то? Одно название шмотки. То, что осталось от шмоток. То есть, по большому счету, у меня все стоит из-за ткани, из-за этой. И делать он ее не будет.
Здесь нужна кожа. А где взять вот это вот? А, вот, вот, вот они, слитки. Ну, тут их всего два. Не густо. Так, куда они нам нужны, я уже не помню. По-моему, они нам нужны были для улучшения печки. Нет, тут надо уголь. Уголь и глина. Уже все, уже башка, ребят, не соображает. Так, два слитка сюда. Гвоздей нету. Этого нету. Ни хренашечки нет вообще. Тут у нас куча жира. Вот еще добавлю. Курдюк пойдет у нас заполняться. Уголька лишь три. Уголька лишь три. Давай семена, наверное, посадим. Тыквенные. А чтоб тебя... А что там у нас? Тихо. Трава, а потом грибы и кукуруза. Ну, тут-то изи. Можно мне вернуть мои эти? Нельзя! Выкинул вначале, а потом все, ребята, а потом уже назад не вернуть. Так, ладно, я добегу до леса, долутаю там все, что есть, а там есть древесина, там дофига чего есть. Вот, по-моему, там еще тыквы мы с тобой не дособирали. На авто этот поставлю, вот, пускай рубашит здесь. Изучите 5 чертежей первого уровня. Вот это мне... Тихо, подожди, там опять, ребят, зомбарь. Откуда же ты взялся? Ты же вроде вас всех поубивал, нет? Пропустил, значит, где-то как-то умудрился. Давай, авто. Больше нечего собрать. Серьезно? А мясо? Мясо же есть? Есть. Поэтому не надо мне свистеть, чтобы больше нечего собрать. Ага. Паршивец захотел убежать от меня. Не тут-то было. Ну что, теперь, да, по-моему, ребята, тут все уже собрато. Фух, водокачка, я не помню, на водокачке, по-моему, там все-таки бандиты будут. Вот тут еще и лес есть. Давай сюда сбегаем в лес. Но этот лес будет посерьезней. Потому что тут зелененький, типа, ну, легкая сложность. А этот уже такой, знаешь, посложнее будет. Сейчас я буду убеждаться в этом. Так, сокровище. Сокровище-то открывай.
Отлично. Изолента плюс селитра. Ну что там у тебя, жир? Жир, мясо, отлично. Друзья, напишите мне в комментариях, как брать с собой напарника. Я так и не... Это кто такой? Ой, малыш, ты что здесь делаешь? Просто маленький щеночек здесь гулял. Ха! Прикинь, среди зомбарей этих. Кабан, иди сюда. Кожаные штаны сломаны. Знаешь, какой я хочу, ребят, чтобы быстрее вышла игра в релиз? Ундинг. Помнишь, мы играли про девочку, ой, про маму и ее сына. Они вдвоем там ходят. Блин, йо, ты посмотри. Это что, нормально бежит с такой скоростью, как сумасшедший, блин? Я, откуда не возьмись. Шлем чистильщик сломано. Все, короче, у меня идет в там тарарым. Я остаюсь без брони. Я остаюсь без брони. Еще и волчара. Ну, в принципе, пускай собирает, лутает. Она уже сколько? Уже года полтора, да? Из раннего доступа не уходит. Ундинг. Она еще такая рисованная графика. Ну, на первом канале можете посмотреть, ребят, есть эта игра. Начинали мы ее проходить. Ну и дошли до тех пор, пока уже там ресурсов просто не осталось, и даже их некуда брать, а в новые локации там не попасть. Я думаю, справишься. Подожди. Ой. Ты увидел, что ли? Нет? Ёп. Парасоте. Юрий. Это был какой-то Юрий. А вот, ребятушки, и гвозди. Что делаем? Уголек я возьму все-таки. Заразный Саймон. Вижу, ни хрена. Отличная винтовка, ребят. Новый уровень. Так, ребят, ну что, лутаемся и... Голожопый лутается. И будем заканчивать. Уже побегут. Опа, подожди, тут сундук. Подожди, мужик. Так, а что тут мне показывают? Вот это, как это, вот это вот все. Навыки владения дробящим ближним. Выживание. Голод и жажда. Навыки эффективного использования съестных припасов. Навыки повышающие эффективность сбора ресурсов. 452.
Так, там сундук у нас, точнее. Ну, давай дальше. Сейчас он насобирает древесины до усрачки, что уже утащить не сможет. Скажет, рюкзак полный, и мне придется возвращаться, ребята, и выкладывать и возвращаться опять сюда, потому что, ну, тут есть что лутать. Куда он бежит? Камень. Камень собирает. Достаточно, да, два выстрела сделал. Рюкзак полон, вот об этом я и говорил. Рюкзак полон. Ну что, ребята, идем до дома, до хаты, как говорится, и будем на этом сегодня закругляться. Ну, хоть какие-то дела поделали, в принципе, нормально. В принципе, нормально, я, можно сказать, доволен. Кое-что даже почти улучшили. Там есть некоторые нюансы по ткани. Ну, я думаю, что рано или поздно мы ее найдем. Так, дайте мне хотя бы одеться хоть чуть-чуть, хоть что-нибудь. Так, брюки мне нужны. Шапки, сам видишь. Шапок нету. О, нет, это экипируем. Так, и что еще у нас нету? Ботинок. С ботинками, по-моему, беда вообще у нас. А, не, вот, вот они. А что это такое? Нажал, непонятно. Вот они, эти тряпки, вот они, эти ткани. Можно, конечно, лучше здесь... Ну, нет, нельзя. Не самый, да, лучший вариант. Улучшалки. Так, тут у нас... Тут нам нужен уголь. Глина. Уголь и глина. Здесь гвозди. И не только. Как тебя взять-то, а, с собой? Позволяет брать спутников с собой в походы. Лавка клана улучшенная. Торговец ушел за новым товаром. Время возвращения 22 секунды. Так, здесь лампочки вот эти вот нужны. Канистры и коленвал. А где-то я лампочки видел, ребята. Где-то я видел лампочки. Вот они, лампочки у нас. Коленвал.
Блин, еще две лампы надо найти где-то. Так, горючее. Так, игра что-то вылетела. Ни с того, ни с сего. Так, бурдюк давай поставим тогда сюда. Пускай набирается вода. Да, тут опять же вопрос, ребята, в этих тканях. А уголек же куда-то нужен был. Ну, подожди секунду. Медная проволока плюс камень. Камень есть. Медная проволока. Тогда я вот это, наверное, выложу здесь. Так, веревки. Веревок пока нету. Угу, гвозди. Уголь, вот он, ребят. Уголек сюда. И глину. В общем, давай все это выкладывай здесь. Потом рассортируем. И когда говорю вот это потом рассортируем, это значит, что никогда не рассортируем, блин. Все, друзья мои, давайте, наверное, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Подожди. Деревяшку сюда подкину, чтобы уголек уже, когда мы зашли с тобой в игру в следующий раз, уголька было побольше. Вот так вот. Ой, не надо ускорять здесь ничего. Все. Все, ребятушки, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.